2023 году планируется капитальный ремонт Буздякского районного дворца культуры. Об этом в ходе рабочей поездки сообщил глава региона Ради Хабиров. В обновленном ДК разместился зрительный зал на 400 мест, спортивные и борцовские залы, скалодром, а также физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп». Всего во дворце культуры действует 26 кружков, 12 любительских объединений, 14 коллективов народного творчества. Глава администрации Буздякского района отметил, что зданию РДК необходим капитальный ремонт и замена оборудования. Стоимость только проекта оценивается в 7 миллионов рублей. ДК здесь хороший, но мы о чем договорились, что найдем возможность и профинансировать и проекты. Ну и в следующем году, дай бог, я все-таки верю, что мы из экономических проблем выберемся, скажем так, уверенно. И в следующем году тогда сюда зайдем, отремонтируем. Тут, видите, он 400 детей занимается. Это главный центр культуры, главный центр вообще творчества детей. Также глава региона посетил среднюю школу номер 1 Буздяка, где обучаются более 600 детей. На ее территории установили памятник выдающемуся государственному деятелю республики Мулаяну Халикову. В торжественном открытии бюста принял участие Ради Хабиров.